Йоу, это Entire Music. Сегодня будет разбор бита Мегатрон. Не знаю, насколько он там популярный, непопулярный. В общем, ну, для меня это мой один из любимых битов, который я сделал. И сегодня утром с чашечкой кофе я попытаюсь вам показать, какие тут элементы были использованы. Ну. Так, ну первое. Я тут даже как-то смотрю по-модному все оформил. Первое у нас идет наш лид. Сейчас только секундочку покажу. Ну это основной, получается, основной компонент. Вот, который здесь был. Звучит он так. Да, легким движением руки уже он звучит вот так. Это мой любимый тут нынешний плагин, родной, FL Studio эффектор называется. Ну и здесь различные эффекты, он для живого выступления, кстати, довольно неплохо будет смотреться. Вот. Ну вот, лоу-фай я выбрал тоже путевую. Вот это, он добавляет такое шипение. В общем, можете попробовать, в принципе, сами. Так, ну у нас тут слышу много низов лишних. Эквалайзер. Ну вот, я обрезал ненужные лишние частоты. Реверберация. Гроссбит. Ну тут гроссбит, получается, он используется как бы автоматизацией только. Вот он, гроссбит у меня включен, но он только на некоторых моментах. Вот здесь, например. Сейчас я все повыключаю. Чтобы было слышно только. Ну вот так. Вот этот обрезок получается. Теги. Вот. А так получается, он больше нигде не используется, только на окончаниях. Вроде как бы все. Так, ну ладно, с этим разобрались. А, ну это плагин, который я качал. Вот так он выглядит. И в принципе, ну, это немножко напоминает гроссбит, но там слегка другой принцип, больше эффектов. Но он добавляет эхо в данном случае. Я сделал так. Ну, наподобие дилея, типа того, в этом роде. Ну, вот он появился дилей такой по ушам. Так, ладно, следующий эффект. У нас, скорее всего, бит. Бит тут, кстати, довольно простой вообще. Кик один только используется. Ну, снэр с двух сэмплов сделаны. Ничего такого. Ну вот, первый сэмпл снэра. Ой, сейчас, секунду. Второй сэмпл. Потом дальше у нас хэты. Ну, хэты тут немножко поинтереснее, конечно. Они в Piano Roll сделаны. Ну, для того, чтобы вот это вот сделать низкую частоту получать. Хэта. Ну, опять же, на всех у меня дорожках, я не знаю, буду показывать, не буду, везде там какие-то примочки висят. Здесь, опять же, у меня на хэте. Stereo Control тоже неплохой плагин. Ну это уже как бы больше параномирования, обрезаны. Не за хэта. Так, что дальше? Ну вот, в общем, уже картина вот так выглядит. Так, надо постараться видос не затягивать. Потом бас, мой любимый. Бас тоже сделан из сэмпла. Вот он, Crossfade, о котором я снимал видео. Так, вот теперь еще раз картинка, как в общем. Так, перкуссия дальше. Ну тут тоже краш.
различная перкуссия такая, как бы тоже, скорее всего, чем-то расширенная. Сейчас посмотрим. Ну нет, просто реверберация широкая. Тоже эквализация обрезан низ. Низ вообще я чаще всего везде обрезаю, даже на кике, но до определенной там частоты. Вот. Потому что бас тогда будет звучать жирнее, насыщеннее и чище. Но вот с перкуссией же лучше. Вот без нее сейчас попробую и с ней. Даже снэр не так четко звучит. Так, здесь у нас ставка поехал брас. Ну это такое из трэпа. Из трэп сэмпла. Вот теперь вместе. А, и здесь еще добавлен SFX у меня написано. Но это больше тоже перкуссия. Ну такие вот сэмплики. Вот. Вот еще у меня дорожка с эффектами, но я здесь прям закинул. Я обычно их тоже делаю, как и бит, как и все остальное. Получается. Но в этот раз я прям сэмпл закинул в мультитрек. А вот, вот, вот. Это у меня разгоняется. Вот так. Перед началом. А, и еще, еще один, вот он. Ну тоже реверберация, я уже слышу, там по-любому различные эффекты, эквалайзер, что-то будет висеть, компрессор. Но тут я, кстати, на ударных, я смотрю, кик вообще не обрабатывал. Ну, желательно на него вешать компрессор, тогда резвее звучит, лучше выделяется, ну, неважно. Уже есть, что есть. В общем, вот такие дела. Ну вот этот сэмпл, вот он. Как звучит, ну тоже прикольно. Вот здесь такой сэмпл, вот он. Разгон тоже. Так, ну там, сейчас я ближе к припеву тогда подходим. Сейчас будет припев. Тум-дум. Да, и припев, в принципе, тоже не сильно здесь выделяется. Здесь я добавил хэты. И сэмпл. И, ну и конечно же тоже как бы басовую линию такую брас тромбончик запилил в плагине Orchestral Trombone Section 3. Ну плагин это тоже я качал. Ну неплохой такой простенький, некоторые звуки. В принципе, я пользуюсь контактом чаще, если использую инструменты какие-то, но... Контакт более, допустим, грузит процессор. У меня уже новый, но тут, в принципе, этим не загрузишь, но... Тем не менее. И вот, получается, припев такой. Сейчас... В принципе, все. В принципе, это бит как бы не сильно-то и сложный получается. Вот. Но тем не менее мне нравится, как он звучит. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч, Entire Music.